Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Сегодня воскресенье, а значит, завтра, ребята, будет у нас обновление недели. И поэтому сегодня я хочу укрепить свои позиции именно в Лиге Мастеров 3 звезды. Ну, а пока забираем с вами награду. 150 долларов, 36 монет. Дальше идем с тобой. Откроем колоду. Поиграем сегодня на арене. Может быть, немножечко, хотя у меня телепортов нет, поэтому не получится с вами ничего поискать. Задание у нас в откате в данный момент. Так, в магазине давай посмотрим, может быть, что-нибудь есть хорошенькое. Нет, к сожалению, ничего мы с тобой приобрести не можем. По монеткам у нас тоже маловато, 53, а нужно 75. В принципе, еще разочек, если мы с тобой денек подождем, у нас, наверное, даже хватит приобрести еще 3 ДНК на Рафаэля Космос. Но это не главное. Так, тут 505 жетонов, а мы с вами копим на кого? Так, дай-ка я гляну, секундочку. Слушай, мы можем с тобой Слэша, в принципе, приобрести. Или же, да, мы будем все-таки Рафаэль Видения, на, искать. 610 жетончиков нам для этого понадобится. Понятно. Ладно. Ну что, наверное, будем приступать уже к ареночке, да, к турниру. Так, я в данный момент нахожусь на Лиге Мастеров, ранг у меня сотый. Еще немножко меня отсюда сбросят. Так что, ребят, давайте быстренько с вами наверстывать упущенное. И начнем мы, пожалуй-ка, с кого начать-то? С Марка. Кстати, у нас с тобой нет откатов. Но это не беда, потому что мы с тобой сейчас возьмем 10 штучек. Я думаю, этого достаточно будет пока, чтобы вырваться немножко вперед. Еще я успею сыграть завтра игру. Не знаю, ребята, стоит ли ее записывать. Пишите в комментариях, хотите или нет. Можно где-то прям перед самим откатом, да, вот как неделя уже, как говорится, заканчивается, за полчасика поиграть. Может быть, еще немножечко продвинемся с вами. Но самое главное, мне остаться в Лиге Мастеров. Ну что же, поехали. У нас 10 откатов, а это говорит о том, что сейчас мы тут будем раздавать звездюлей всем. Так, и начнем-ка мы с тобой, наверное, хотя они тут все одинаковые. Давай Зизо. Нам, в принципе, без разницы, кого здесь разбирать. Зизо, Марко или еще кого-нибудь. Берем Леонардо и Усаги. И вот за счет этих двух пареньков мы будем с тобой отыгрывать. Ну, начнем, наверное, вот с 60-х уровней, да? То есть у нас с тобой 10 откатов. Это получается на 5 раз нам хватит. А 5 раз, ребята, это очень круто, потому что далеко можем уйти с вами. Так, ну что? Давай начнем. Усаги бомбит. Постепенно урон, надеюсь, он повесит. Не поленится. Очень хорошо, очень хорошо. И Леонардо, конечно же, добьет. Ну, а эти трое у нас, хотя, подожди. Все. Постепенный урон, ребята, делают чудеса. Ой, только что сами это увидели. Ну что же, замечательно, двигаемся с вами дальше. Сейчас посмотрим, куда мы перелетим. У нас была сотая позиция, я думаю, где-то 80-я или 92-я будет. 90 ровно, отлично. 10 ступенек пролетели, и это хороший знак. Так, сейчас мы с тобой выберем еще кого-нибудь. Я думаю, это будет Оленка или Аленка. Скорее всего, Аленка, ребята, да. Так, давай откатики применим и дальше продолжаем бомбить. Угу. Сегодня, кстати, еще нужно будет пройти измерение нам. Да, смятение с другого измерения. Там, по-моему, остался у нас последний с вами бой. И, соответственно, мы будем открывать пак. И там уже и ДНК на наших черепашек. И классика, как говорится, и оригиналы. Хопа, неплохо. И Лео делает свой козырный удар. Чпок. Донни, ну естественно, ну кто бы мог сомневаться, что Донни да не выживет. Естественно, выживет. Ну и как ты видишь, все у нас прекрасно, все хорошо. Соответственно, мы, наверное, сейчас с тобой попадаем на 80-ю позицию. Или же где-то будет 88-я, 89-я, может быть даже так. Давай проверим. Так, и 79-я, это еще даже лучше. Это у нас будет с тобой офигенный запасик, чтобы нас отсюда не скинули. Так, вот здесь вопрос, кого бы нам взять? Я, наверное, возьму Николая. Нет, ребята, я не Николая возьму, я возьму Вадима. У него персонажи здесь довольно такие, как тебе сказать-то, неликвидные, что ли. В общем, я их разберу сейчас на изи. Даже несмотря на то, что у нас есть с тобой 62 уровня Тимати. Он должен простоять, в принципе. Сплинтер, да, может повыделываться немножко.
Может даже заблочить кого-то. Но надеюсь, это будет не Леонардо и не Усаги. Хотя Усаги может блокировать, в принципе. Ему главное сейчас нанести удар, да, повесить постепенный урон и дальше стоять себе тихонечко отдыхать. Ага, вот он, Сплинтер, понизил атаку. Ну что, Лео, давай, прояви свою прыть. Великолепно, скажу тебе сразу. И бросаем кунаи от караи. Такс. Что-то пошло не по плану, друзья мои. Что-то пошло не по плану. И я уже начинаю бояться за Тимати, если честно. Так, не дай боже. Ладно, хорошо, пускай бросает свои гранаты. Главное, что мы здесь с тобой выжили. Так, Тимати, давай-ка мы с тобой сделаем крит нашей команде и будем потихоньку уже разбирать. Первым пойдет у нас, конечно, в расход Бибоп. Ух, отлично, ребят, я думал, что не добили. Ну и, конечно же, Рокстеди тоже должен упасть. Все. С этой командой, конечно, особенно вот когда у Саги с Леонардо, ну, никто не поспорит в данный момент, потому что это практически, ну, имбище у меня. Если еще у Саги прокачать до соточки, то это все будет непобежденная, как говорится, команда. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше и давай посмотрим, на какую позицию мы с тобой сейчас приземлимся. И это у нас 68-я. Меня радует, как мы продвигаемся с вами. 6 откатов, то есть еще 3 разика мы можем бомбануть. Ну и посмотри, уровень врага тоже растет с каждым боем. С каждым боем он все повышается. Я уже не знаю, кого здесь взять. Наверное, будем брать Исис. Угу. Как говорится, рискую. Была не была. Тут Пит, в принципе, он ватный, да? Рафаэльчик, ну так себе. Бибоп, Сплинтер, блин. Кроме Пита, здесь, в принципе, нормальная команда. А вот Пит, да, меня немножко смущает. Хотя, если у нас пошли уже 80 уровни, да, это именно Рокзарчик, это Крис Брэдфорд, правда, он 73 уровня. Ну, ничего страшного. Он не должен здесь упасть. Он не должен, как говорится, замарать честь нашей команды. Многие спрашивают: Рэй, почему ты не используешь второй удар у Саги, который вешает месть? Ребят, ну, я вам уже повторял, что месть — это одно, а когда блокируешь спецудары, ну, противников, это совсем другое. То есть мне выгодно бомбить первым самым ударом. Так, тихо, подожди-ка. Надо нам... Ну давай Сплинтер, наверное, попробуем уничтожить. Хотя там постепенный урон висел, он бы и так отдуплился. А вот Дона... А Дона уже упал. Отлично, друзья мои. Армангоша, как всегда, на высоте тоже меня не подводит. Поэтому я его и прокачиваю. Сейчас мы... прокачиваем ему последнюю ступень. Точнее, не последнюю, а шестую, да? На его супервалун. Ну, как видишь, у нас задание пока в откате. Да и телепортов маловато. Я ничего пока с этим сделать не могу. А позиция, тем не менее, у нас 58-я. Слушай, шикарно. Очень шикарно. Давай-ка определимся здесь. Гастон, Екатерина и Анвар. Хоть бы у кого-нибудь было бы 25 кубков. Таких нету. Так, и на мой счет, я думаю, что здесь вот эта команда не особо хороша, не особо. Хоть есть и Шреддер, да, который у нас может хильнуть команду, но это в том случае, если он выживет. А в чем я очень сильно сомневаюсь. Тем более здесь Зек, Железноголовый, и я все-таки рискну взять Бакстера. Это офигенный риск, ребята, может быть, не стоит, а? Нет, стоит, я все-таки попробую, я рискну. Я рискну, ребят. Вот из-за него, кстати, может сейчас инициатива у команды упасть. И они начнут ходить, может быть, даже не первыми. Но после Леонардо и Усаги может кто-то сходить. Упс, так, погнали. Зек бросает бомбочку. Замедляшка на всех сработала. Это очень редко бывает, чтобы прям на всех сработало замедление. Ну, естественно, Усаги и... Неплохо, неплохо. И я надеюсь, что Леонардо сейчас все-таки поставит жирную точку. Нет, друзья мои. Так, они все под постепенным уроном, под замедляшкой, поэтому ничего не страшно было бы в любом случае. Даже если бы Железноголовый не смог бы их добить, они все равно упали бы. Как только до них доходит ход, они погибают, потому что постепенный урон отнимает у них часть определенного здоровья. Так что можно было бы даже и не волноваться по этому счету. Единственное, что если бы, например, первый, вот их трое, да, было, и, предположим, там бы стоял первым Микеланджело, да, который у нас ролевой, он мог бы снять со всех дебафы вот эти вот. Ну, опять же, в том случае, если бы он выжил. А у него должно быть определенное количество жизни. Тогда да, тогда бы тут началась бы возня. Ну, а в данный момент тут вообще, ну, нереально просто-напросто. Переходит ход, он погибает, следующий погибает. То есть, как бы стопроцентная каточка. Так, ну а мы с тобой уже на 47-м ранге. У нас с тобой еще два откатика. И мы выбираем
Да они все абсолютно одинаковые. Смотри, 79 уровень, абсолютно все. То есть мы дошли с тобой до фуловых персонажей. То есть тут уже смотришь чисто на категорию персонажей. То есть с кем ты можешь, вот, например, с этой командой лучше не связываться, потому что здесь есть майки. С этой тоже тут майки. А вот и Микеланджело ролевой, про которого я тебе говорил. Здесь еще есть маузеры, кролики, да? Ну, им нельзя, нельзя, конечно, здесь давать никакого шанса разгуляться, иначе будет очень больно. Поэтому мы с тобой сделаем вот так. И, судя по всему, это у нас с тобой последний бой, потому что один Микеланджело, естественно, дальше не пойдет у меня в бой. Это самоубийство. А вот эти ребята должны, в принципе, здесь проучить, наказать эту команду. Давай проверим, как у нас все это получится. Усаги рванул в бой. Как ты видишь, он махает своими катанами. И, ну, Леонардо, мне кажется, хотя нет, добьет, добьет, смотри. Ты дичь, они все упали. Ну, что я могу сказать? Лео молодец, Усаги тоже красавчик. Никаких претензий к ним вообще нету. И, в принципе, на этом ареночка у нас заканчивается, да? Мы с тобой сейчас попадем на где-то, наверное, 30-ю позицию, я так понимаю. Ну, 34-й, тоже неплохо. Если меня сильно не сбросят, да? А я думаю, что в Лиге Мастеров 3 звезды тяжело сейчас нас скинуть. Потому что здесь, ну, такая хорошая комплектация. То есть любой какой-то пришедший сюда паренек с горы фиг нас сместит. Но мы убедимся в этом только лишь спустя определенное время. Запомни, у нас 34-й ранг. И посмотрим завтра, точнее сегодня даже, нет, завтра. Завтра еще не ночь. Завтра посмотрим, куда нас скинут. Где-нибудь сядем в часиков 12, может быть, да, может быть, к часику. И поиграем еще, чтобы нам еще немножко повыше подняться. А если скинут нас с Лиги Мастеров 3 звезды, чтобы обратно сюда вернуться. Ну что, и остается у нас с тобой следующее. А именно это приключение смятения из другого измерения. Как ты помнишь, да, у нас остается... Ага, я сказал один бой, а на самом деле три боя. Я тебя обманул. Ну, я сам запамятовал. Ну что, идем на оригиналов. Так, вначале мы посмотрим, что у нас тут с оригиналами творится. Точнее, с нашими героями. Ну, вроде бы все хорошо. Единственное, переживаю за Микеланджело. И я, честно говоря, не помню, у нас с тобой уклонение сохранилось или нет. Если его нету, то пиши пропало. Блин, надо было мне начать сходить на пробный бой. Вау, черт подери, ребята. Это залет. Это залет самый настоящий. Твою ж налево, все, я хиляюсь. Блин, у нас один ход до отката. Слушай, здесь что делать-то? По идее, надо блокировать. И вот только кого, фиг его знает. Попробуем, короче, Рафаэля. Отлично, хорошо. Ладушки, удачно, удачно. Блин, у нас и вертушка в откате. Как так-то? Блин, а ну-ка, Доню сможем шатать? Ничего не получается. Кому сейчас достанется? Ой, кому-то сейчас будет больно. Слава богу, Майки увернулся. Леонардо, естественно, берет провокацию. Вот это я влип, ребята. Слушай, ну нам везет, что они тут начинают свои использовать. Тихо, тихо, промахнулся. Так, в общем, нам здесь понадобится с тобой ярость Рафа, чтобы их возможность пробить была. Теперь делаем дополнительную защиту от Донателло. Теперь вешаем с тобой уклонение. И после этого начинаем их потихонечку деребанить. Во-первых, нам нужно с тобой... Так, а подожди, нет, не стоит, наверное, сейчас бафаться, потому что мы и так с тобой пробафаны прям по самое не хочу. Просто будем уже уничтожать. Ты посмотри, у нас двойная атака, просто атака, защита, уклонение. То есть, ну, лучше не придумаешь, на самом деле. Так, заблокировали способность Рафаэлю, но, в принципе, это уже не важно, потому что, ну, ты сам видишь, мы успели с тобой на атаку ярости Рафа, да, 70% к атаке дополнительно. То есть, ой, ребятам не повезет. И это хорошо, что так все вышло, а могло бы выйти иначе. Если бы, например, Майки не смог бы уклониться два раза от их ударов, он, скорее всего, уже бы валялся бы. Но мы успели с тобой все отбафаться, как говорится, и повесить на себя у ворот, и все, что нужно. В общем, идеально прошла у нас битва. Ну, а мы с тобой спокойненько теперь переходим на предпоследний этап. И здесь у нас кто? Ага, Ксивер Монтес. Ксивер Монтес тут находится у нас. Паукус, училка. Не забываем, что она делает, да, своей массовой атакой. Может очень-очень громко хлопнуть. То есть хлопнуть может так, что кто-нибудь даже ножки подкосит.
Начнем с Ксевермонтуса. Тут уклоняшки у нас с тобой нету, она в откате. Нам надо заблокировать ему способности. Все. Теперь моя душа спокойна, и я могу спокойно уничтожать Ксевера. Отлично. Все-таки Усаги это что-то. Это что-то, ребята. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Так, Рафаэль раздает звездюли всем. Майки добьешь. Молодец, красавчик. Усаги. Малорик. Так, и мы переходим на последних бойцов. Тут Зек, Паукус. Угу. Я сделаю, наверное, вертушку сразу же. Как говорится, избавимся от лишнего. Теперь надо Зека брать. Две атаки. А, одной было достаточно, да? Так, теперь, наверное, вот этого стрелоза, да? Отлично. Так, ну, училку, наверное, не пробьем. Майки не пробил, да? А вот так вот, если... Шикарно. Паукус, что ты тут делаешь? Все. Отлично, отличный был бой. Паукус сжался, как говорится, и убежал под стол. Да, потому что получил люлей. Ну что же, а у нас с вами Крэнк. Встречаем его, да? Встречаем и, надеюсь, все у нас с тобой прекрасненько получится. Уклонение вроде бы у нас должно откатиться. Ну, если даже не откатится, у нас есть с тобой хилы. Так что главное, чтобы он не бомбил массовыми атаками. Вот единственное, чего я хочу, чтобы массовых атак никаких не было. Уклоняшку тратить я здесь не буду. Она нам пригодится на Крэнге. Хотя Крэнг, на самом деле, да, если вот так уже подумать, сколько раз мы его бомбили, он уже для нас как родной, ё-моё. Мы уже его просто бомбим бесщадно. Так, надо будет потом хильнуться, да? А перед самим заходом... А мы успеем ли? Вряд ли мы успеем. Хотя нет, успеваем. И, наверное, да, я все-таки захиляюсь маленечко. Потому что у Леонардо еще есть хил. Можно, как говорится, один из них потратить. И вот он, родной наш Крэнк. Да-да, сейчас мы с ним встретимся. Крэнк пожимать будет, потирать свои лапки мелкие, да? Типа предвкушая свою победу. Но на самом деле ничего у него не получится. А почему? Потому что получит звездюлей от нас. Вот и все. Так, явился. Не запылился. Давай, начнем с пробивного. Четверть хп сразу же просто... Ой, тихо-тихо, Усаги, не надо падать. Так, Рафаэль, две атаки у тебя, да? Молодец, красавчик. Так, пол хп отняли. Теперь, на всякий случай, ребят, я все-таки заюзаю уклоняшку. Ну, потому что бойца из него, ну, никак не получается. Он чисто как этот у нас. Как бафер. Так, Усаги, отомсти ему. Раз и два-с. Вот и все. Крэнк, иди отсюда. Ты свою получил, теперь будь добр отдать мне наш заслуженный пак. А уже мы там с тобой посмотрим, что нам выпадет. Ну, я думаю, что оригиналы, как обычно, ну и классические черепашки. Единственное, хотелось бы, конечно, чтобы не по одной ДНК выпадало, а где-то по штучке три. Так, оно как-то приятнее. Ну, давай. Загрузка, фигузка, это все понятно. И смотрим, ребята. Ну вот, Рафаэль классический, 2 ДНК. Вау. 4 ДНК получается. Так, Микеланджело оригинал. И Леонардо классик. 4 ДНК, нифига себе. Вот это да, ребята, вот это круто. Ну что, а теперь переходим к этим наградам. Так, Крысиный король, Мутагеноид и Микеланджело. Так, Бакстер Стокман, Мутагеноид. Второй раз, нейтрализатор. Окей. И что, больше ничего не выпадает. Ну, смотри-ка, баксы капают потихоньку. Так, о, Донателло фильм. Это уже интересно. Почему-то даже ни одного телепорта нам не выпало. Зато почти 3000 мутагена заработали. Так, здесь, ну, вот как вот так вот, ребят. Ну, Леонардо классика, одно ДНК. Ну, это же, ну, не котируется. Кстати, вот комиксы нам выпадают. В общем, предметы, которые нам нужны. Так, смотри, 3 телепорта дали. И главное, что Рафаэль классический и Леонардо оригинал. Правда, одно ДНК. Во. Донателло оригинал, 3 ДНК. Классика Донателло, 3 ДНК. И Микеланджело, 2 ДНК. 8 телепортов. Круто. И, так, друзья мои, Леонардо оригинальный, 2 ДНК. И Леонардо классика, 2 ДНК. В общем, я доволен. И еще при этом 33 доллара получили. А тут я и думаю, что-то у нас там доллары появились, что-то не хватает, на все телепортов хватает. Так мы с вами за то, что вот проходим постоянно вот это вот смятение, я и получаю эти награды, ё-моё. Я как-то до этого не обращал внимания, а вот сейчас обратил. Да-да, как говорится, в этом вся и соль. Ну что, друзья мои, разбираем излишки. Излишки, как говорится, очень хороши, дают нам
прибавку именно по сюрикам. А сюрики — это наша валюта. То есть, чтобы мы с тобой не думали потом, где нам добыть сюрики. Помнишь, был какой-то момент, когда мы могли с тобой взять персонажа, а у нас не хватало сюрикенов. И я тут как это, по сусекам скреб. Добывал по соточке, да по 50 ДНК. Вот, а теперь у меня, вон, 15 тысяч. Хватит с головой, даже несмотря на то, что если там супер-пуперский выпадет, где надо будет 5 тысяч сюриков, 3 персонажа могу приобрести. То есть, ну, там, на персонаже по 3 ДНК. В принципе, друзья мои, все, что я хотел в этом коротеньком видео, я сделал, я повоевал на арене. В испытания мне не стоит идти, потому что, ребят, ну, все, что мы могли здесь заработали, тем более у меня телепортов нет, всего лишь 10 штук, надо их приберечь, 25 тысяч мутагена, то есть в следующей серии мы с тобой можем, наверное, прапать кого-нибудь, да, на уровень, я имею в виду. Дай-ка я гляну, если апать, то кого? То кого? Так, у Саги 90 уровень уже имеет, вот, вот-вот-вот, даже я, наверное, могу сейчас разочек апнуть его. И нужно еще 12 тысяч мутагена, и тогда Армагон у меня будет 80 уровня. Это уже уровень, ребята, это уже уровень, то есть будет круто. И нам остается, подожди секунду, сейчас я еще посмотрю, сколько нам нужно с тобой найти. Здесь 5. Давай, наверное, с тобой, блин, 5. Если я сейчас потрачу, мы завтра с тобой не получим. Нет, не будем мы сегодня тогда заниматься этим. Завтра у нас с тобой откатятся ежедневки, да? Мы по ежедневочкам быстренько пробежимся с тобой и заработаем, возможно, эти 5 телепортов, которые нужны там, как они, террасопсы или что-то такое. Ну что, дорогие друзья, на этом, в принципе, можно и заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!